Региональная госавтоинспекция ищет очевидцев аварии, ставшей утром пятницы причиной пробок на улице Комсомольской. В 6:45 на перекрестке главной Орловской магистрали с Карачевским переулком столкнулись Volkswagen Polo и Kia Sportage. В ДТП были травмированы два человека. Поскольку у водителей возникли разногласия относительно случившегося, инспекторы ищут очевидцев. Записи видеорегистраторов особо приветствуются. Все, кто обладает сведениями, интересующими расследование, просят обратиться на телефоны 72 92 0 или 72 34 12. Конфиденциальность гарантируется.